Россия, город Москва. Пожалуйста. Ну, я хотела только вопрос сказать. У меня в Москве сегодня произошли неприятности. Я буду дергаться немножко, читать хреново. Поэтому простите меня, раз. А во-вторых, когда я выбирала стихи, я первый раз была здесь. И поскольку не оставлена из каната, я выбрала не совсем конкурсные, но те, которые отвечали, очевидно, заданной теме. Они, наверное, не самые как бы лучшие. Но, в общем, вот так вот и есть. Называется этот город. Микрофон так поближе, держите вот к себе прямо, направьте, не параллельно, а вот так, посмотрите на меня, вот примерно так, и тогда вас будут слышать все в зале. Этот город, конечно, он мною любим, от бульварных колец до мостов поперечных. Этот вечер, он шалью ложится на плечи, и листвы кружевной, зеленеющий дым, поднимает надежды пасхальные свечи. За друзей, что покинули руку подняв, молодым и дурашливым жестом привычным. Здесь пульсирует время по венам ритмично, огибая кордоны забытых застав, где друзей моих окна горели обычно. Этот город, конечно, он мною любим. Это детство мое, отраженное в лужах. Здесь бумажный кораблик бесспорен и нужен, и отважно таранит весенние льды. Здесь бульварные кольца с залогами дружбы, а рассветный туман просто память и дым. Этот город, конечно, он мной любим. Март. Ой. Тонкие ветки, как выставка графики марта. Лошадь у дома, и вот вам уже левитан. Синька измазана небо, воздушная арка. Месяцы на три, ты снова засняли стан. Ветер промоет все черные зимами лица. Стекла очков обольет с двух сторон бирюза. Каждая мошка имеет задачу влюбиться. Каждому зайцу представлен отдельный мозаик. Все первобытно, ищет грехов отпущения. Все простодушно, но разве потребен судья? Шарик над шапкой и бантик вертлявый на шее. Март собирает в копилку резон бытия. Зимний стакан молока. Льдистый воздух целебен, если выкрашен белым пейзаж. Цвет покоя и мира от утюженных белых пеленок. Детство катится с горки и пасмурных мыслей вираж. Вдруг ослабил свой узел и смотришь на все, как ребенок. На чумазый асфальт, превратившийся в длинный каток. На сквозной водопад, умножающий клоны сугробов. На ухабу судьбы, где поземкой клубится дымок. Как над кратером Этны, пахнет детством молочным. Попробуй, это зимний стакан молока. В нем наркоза младенческих снов, перезвоны к обедне, вдох и выдох целебный. Выдох, выдох, вдох. Спасибо, спасибо большое. Это была Зоя Сапицкая. Спасибо, друзья. Явление Виноградова не приехало, это единственный участник, который не приехал после публикации в сборнике. Следующий участник — Роман Круглов, Россия, город Санкт-Петербург. Так, все посмотрели. Понятно, Роман Круглов в конкурсе не участвует на этот момент. Судьбу его жюри решит